я Арина Жулина, вы на моем канале, и сегодня мы будем распаковывать глину от Candy Clay! И не только глину. Да, поехали! Первым мы будем открывать... А вот это. Вот этот набор от... не знаю, как это прочитать? Кэвэй? Каваи. Каваи? Написано... Каваи характерс. Слепи, 3D... Магнит, наклейку на игрушку. А, да! Это я могу не что-то там коренько слепить, а целую игрушку. Давайте начинаем. Руками будем открывать, да. АСМР. Здесь вот таких вот 5 милых персонажей. И больше всего мне нравится эта коробка. Не знаю, чем пахнет. О май гад, сколько цветов! Только белых, это просто... Тут есть еще магнитики, такие вот магнитики, чтобы делать магнит на холодильнике. Карточки с животными и задний мастер-класс. Первым мы будем лепить коробку. Еще в наборе положили вот такой вот стик. Беленький, красивенький. И у нас тут 5 карточек с 5 животными. И, конечно же, мы будем сначала с коробкой, потому что она мне больше всего нравится. И сначала мы берем вот такой вот беленький. Еще нам понадобится черненький, розовенький. Еще какие-то мне понадобятся. Ну, пока что просто делаем тело. Вообще с АСМР был. Ух ты! Она такая мягкая! Она как жвачка. То есть, есть такие жвачки для рук. И она как жвачка. Или как... Да, все, это как слайм. А может, не надо ничего лепить, будем просто так играться. Все хорошо. Так, сначала нужно слепить головку. Скрутили такой шарик. И теперь можно сразу по образцу, по картинке, так по образцу лепить. У нас чуть-чуть получилась мятая голова. Сейчас мы ее чуть-чуть поправим. И у нас получилась такая голова. Дальше нам нужно сделать тело. Тело состоит из платьишка, поэтому сейчас мы будем намешивать цвет голубого. Кстати, цвета между собой очень-очень хорошо перемешиваются. Какой у нас был, и такой у нас посветлее стал. Теперь к этой голове, я, кстати, ее чуть-чуть подровняю опять, мы лепим вот такой вот треугольничек. Сначала кружок, а потом из этого кружка мы его придавливаем и делаем треугольничек. Вот такой вот у нас платьишко получилось. И теперь его мы приклеиваем. Подравниваем. Теперь мы лепим ручки и ножки у коровки. Сначала я беру обычно несколько кусочков и скатываю сосиску. А потом из этой сосиски я делаю 4 кусочка. Допустим, сначала пополам. И потом вот этот вот кусочек, который у нас есть, мы его еще раз пополам. И у нас получается 4 одинаковых частей. И теперь... Мы вот эти вот маленькие, тоненькие ручки приклеиваем к телу. И теперь делаем ножки. О, опять у меня пластилин упал. Делаем такие вот маленькие 2 сосиски, или не совсем сосиски. И потом приклеиваем. Вот у нас все получается. Кажется, это не очень похоже на коробку, но скоро будет похоже. Дальше мы лепим ушки. Для этого нам нужно 2 кругляшка. И потом эти кругляшки мы их вот так вот, типа, как это объяснить? Слепливаем. И вот что-то похожее делаем на такую штучку. Вроде похоже на ушко. И прилепливаем его к голове. Если что, чуть-чуть стиком можно помочь. Вроде есть одно ушко. Теперь лепим второе. В принципе, можно приклеивать. Только у нас одно ушко чуть-чуть побольше, второе поменьше. Ну вот. Теперь делаем пятнышки, точнее, у коробки. Но же не может просто чисто белая коробка быть. Правильно? Какая красота. Она, кстати, сзади звучит такая же. И верно. Приклеиваем второе пятнышко. Делаем точно так же. Мне кажется, большое. Вот это большое, мне кажется. Да. Тогда поменьше. Кажется, мне, конечно, больше похоже на коробку, а на Лунтика. Ну, хорошо. Ну, да ладно. Я художник, я так вижу. Вот. Красота.
И теперь мы делаем из белого, даже чуть-чуть можно серый смешать. И из белого и серого мы делаем рожки. Рожки у коровки. Мешаем. И теперь мы делаем вот такие вот рожки. Раз, прилепили. И теперь катаем второе. Так, и вот второе рожко. Вот какие классненькие. Готово. Теперь мы берем розовый. Опять розовый. Или мы его еще не открывали? Нет, мы его еще не открывали. И делаем... Ой, ну какая красота! О! А, так вот. Мы делаем из него ушки. Вот такие вот ушки. Для этого нам понадобится розовый, как я уже говорила, розовый. Понадобится еще желтый. О, не получается. Нам понадобится еще желтый. И нам понадобится белый. Теперь все это смешиваем, и получается комбо. Я уже какой раз роняю пластилин на пол. Хорошо, что он никуда не прилипает, и мама не будет ругаться, то что у меня опять какое-то пятно. Дальше мы к розовому берем желтенький, и к розовому и желтенькому делаем беленький. Мешаем эти три цвета. Так, розовенького не хватает теперь. Надо чуть-чуть добавить розовенького. И теперь мы клеим, прилепливаем. И готово! В принципе, тоже хорошо получилось. Теперь нужно сделать второе ушко. Ой, прям какая красота получается. Прям коровка. Теперь мы этим же цветом, который лепили ушки, мы лепим носик. Сначала нужно его опять скатать. Потом из этого кругляшка нужно сделать квадратик. Приплюснуть его чуть-чуть. И сделать там два отверстия. Раз. И два. Нужно чуть-чуть побольше сделать. И теперь клеим носик. Только он чуть-чуть большеват. Так, управляем чуть-чуть. Мы розовым цветом делаем щечки. Оп. Мы его чуть-чуть раскатываем опять как тот. Ну, в принципе, нормально. Сейчас мы делаем глазки. И для этого мы берем черный. Катаем совсем вот такую капелюшечку. Вот такую капелюшечку. И сейчас посмотрим. И приклеиваем. Из-за того, что сделала слишком большие пятна, у меня чуть-чуть слилось. Глазки с пяточками. Да? Ну, ничего страшного. И делаем точно так же вторую. Теперь... К этим глазкам мы добавляем зрачки, чтобы взгляд был более милым. Делаем одну большую. Улетела. Сейчас надо еще сделать ее поменьше. Готово. Ну, кстати, миленько получилось. Почти мы уже заканчиваем. Мы сейчас делаем пятнышки на ручках и ножках. Главное их сделать не такими большими. Сначала мы сделаем копыта. У коров же есть копыта или это только у коней? Да? Все, да. Мы сделали копытца и пятнышки. И теперь мы делаем ботиночки. В виде, кстати, утенка или что это. Мы сделали ботиночки в виде уточек. И сейчас мы делаем цветочек. Сначала мы делаем опять кругляшочек. Мы сделали вот такой вот маленький цветочек. Очень маленький. Я старалась, как могла. И... Теперь мы его лепим посерединке и также его распрямляем. Дальше нам нужно сделать центр цветка. Для этого нам понадобится желтый. И нам нужно сделать всего лишь один кругляшочек. И все. И приплющим. Готово! У меня вот такая вот коробка получилась. Она достаточно миленькая, но, конечно, не очень сравняется с оригиналом. Такая оригинальная и подделка. Но вообще даже очень похоже получилось.